Ох, ё-моё, это снова бесячие теннисные мячи. Ну, держись, дружище. Ща все будет. А, зырь, я снеговик. Привет, ребята! Начинаем новое приключение с несносным красным шариком. Эй, ты чего? Какое новое приключение? Это ж продолжение! Ну, я имел в виду, начинаем новую серию. Так бы сразу и сказал. А ты прям сразу возмущаться начал. А как же? Ладно, проехали. Приветище, друзья! Мы остановились на 10 уровне, поэтому выбираем его и погнали! Итак, дружище, в прошлой серии мы проиграли на этом уровне, на шипах. Ага, они были сверху слева, поэтому погнали направо. Только бутылочку сразу возьму. Ну вот теперь направо. Сверху что-то есть. Да вижу, вижу. Там шары каменные. Аккуратнее с ними. Звонеточки. Собирай. А теперь наверх. Каменные шары бесконечные, что ли? Похоже на то. Тут главное вовремя перепрыгивать. Вовремя это когда? Наверное, как только падает шар. Понял. Ща. Вот же ж обнаглевшие шары! Эй, дружище, не злись! Да я не злюсь! Пока что! Вот и не злись! Вот и не злюсь! Вот и славно! Вот чего ты меня злишь-то? Да все, все, молчу! Может, еще повыше что есть? Не-а, давай влево! Так-так-так. О, шип! Мы в конце прошлой серии на нем и проиграли, так что покатились дальше. Может, наверх? Сначала проверю, что справа. Ох, ё-моё! Это снова бесячие теннисные мячи. Ну, держись, дружище. Посмотрим, насколько их много будет. Пока вроде немного. Да это просто я красавчик. Прохожу их как с куста. Ну и отлично. Продолжай в том же духе. А теперь куда? Ой-ой-ой. Вернулись к каменным шарам. Видать, надо было идти наверх. А я тебе говорил. Ой, да ну тебя. Кстати, помнишь, мы в прошлой серии вопросик для зрителей задавали? Помню, конечно. Мы спрашивали, играли ли они в игры про тебя. Ага, и чё там в ответах? Практически все ответили, что играли. Класс, видишь, какой я популярный? Звезда прям. Ага, о, звонетки. А внизу какой-то огромный шар, аккуратнее. А, может это братишка? Не-не-не, он же шипастый. О, бутылочка. С цифрой 3. Вроде бы эта цифра была наверху, где ты свалился вниз к каменным шарам. Ага, погнали туда. Чё-то как-то не получается спуститься. Попробуй еще раз, с прыжка. Во! Ох! Это снова сейчас мячи проходить? Ну да, но ты же говорил, что ты их проходишь как с куста. Это да, но они все равно бесячие. Молодчина, шарик. Эй, ну вот чё ты, а? Взял, сглазил меня. А может, ты просто в первый раз их случайно прошел быстро? Ничего подобного, это ты накаркал? Ну, конечно. Бесячие шары! Терпи!
Тебя бы сюда. Я бы посмотрел бы, как бы ты терпел. Так, Шарик, хорош злиться. Ладно, ладно. Перепрыгивай! Фу, чуть не свалились. И что тут у нас? О, финиш! И звонеточки! А еще бутылка с цифрой 2. И зачем она? Так, вначале же была дверь с этой цифрой. И чё? В самое начало катиться теперь? Ну да, за монетками. Чё? Да ну их! Не-не-не, надо все собрать. Может, тогда давай по пути какой-нибудь вопросик придумаем для зрителей. Давай, как соберем все монетки. Договорились? О, снова шип. Но теперь у нас есть куда спрятаться, так как внизу открыт проход. Спрыгивай. Во, теперь собирай верхние. И снова вниз. Это, кажись, последние. А не, вон, сверху еще. Только до них не добраться. Там же шип. Не успею туда-обратно. Смотри, шип не до конца доходит. Так что есть где переждать. Ага, понял. Ща, как уедет влево. Вроде все, можно на финиш. Все? Можно вопросы для зрителей задавать? Ну да. Так. Чё бы такого придумать? О, знаю. А ну-ка. Ребзя, а напишите в комментариях, на чем вы чаще играете в игры? На телефоне? На планшете? На приставке или на компьютере? Неплохо. Друзья, пишите в комментариях цифру 1, если чаще играете на телефоне, цифру 2, если на планшете, цифру 3, если на компьютере, или цифру 4, если на приставке. В следующей серии посмотрим, какой вариант наберет больше голосов. А, вот и финиш. Отлично, двигаемся дальше. Ух ты, зима, класс, в смысле это, ух, холодрыга. Так, давай проходить, согреешься как раз. Хватай монетки сверху. Текс, ой-ой-ой. Шарик, ну аккуратнее же надо быть. Да знаю, знаю, это случайность. Ну ты чего? Сам же сказал аккуратнее быть. Не настолько же. Смелее, но аккуратно. Тебя не поймешь. То аккуратнее, то смелее. Эй, ну хорош. Давай побыстрее. Ладно. Воу, лед скользкий. А ты как думал? Запрыгивай наверх. Погодь, может справа что есть? О, звонетки! Тихо-тихо, Шарик! Да не кипишуй! Теперь можно и наверх! И еще выше! И еще! Ща, звонеточки соберу! Забрался! Чего, снеговик? Голову потерял? Ну, бывает. Ща я тебе помогу. Упс! Да, уж, Шарик, помог так помог. Я это, не специально. Так получилось. О, а может я пока головой побуду? Ну, ты только прыгни ровно. Ща? Чё-то ровно не получается. Может, тогда и так сойдет? Не-не-не, ща все будет.
Во, пойдет. А, зырь, я снеговик. Ага, вижу. Ну и как тебе? Ну, так себе. Шариком мне больше нравится быть. Значит, спрыгивай. И покатились дальше. Ой, звонеточки пропустил. Надо вернуться. А может, нужно запрыгнуть справа, а не со снеговика? Походу, да. Во, а сверху там что? Оба-на! Стена исчезла! Может, так и нужно? Ща проверим! Походу, сюда и нужно! Ох, шипы! Оу, а кнопка для открытия стены за шипами. И как туда пройти? Понятия не имею. Может, этим булыжником раздавить шипы? Ща попробую! А, хотя нет, стой, шарик! Чего? Там проход узкий для такого большущего камня. И что делать тогда? А давай посмотрим, что наверху, где снеговик. Я думаю, что камень как раз и нужен, чтобы туда запрыгнуть. Ну давай попробуем. Тут только звонеточки. Странно. Ну ладно, собирай пока их, а там подумаем. О-оу. У снеговика снова башка отвалилась. Эй, стой, башка. Эй, ты куда? Стой. О, дружище, голова снеговика открыла нам проход. Ну так, я так и знал, что башка поможет. Да, конечно, знал он. Нам просто повезло. Ничего подобного. Я так и хотел. Ну-ну. О, а вот и финиш. Супер. Ну чё, может это хорош на сегодня? Ну, в принципе, да. Уровни были длинные. На этом можно и закончить. Тогда это... Пока-пока! Пока, Ребзя! До скорой встречи! Пока, Шарик! Пока-пока, друзья! До встречи на канале Игрули ТВ!